Добрый день, друзья. Мы возвращаемся в эфир. И сегодня у нас в эфире народный депутат двух созывов, человек, которого когда-то давно жители Тюрупинской Херсонской области выбрали по мажоритарному округу, дважды доверив ему представлять их интересы. Почетный гражданин этого самого Тюрупинска, который сейчас Олежки опять называется. Но я надеюсь, что когда-нибудь, а может очень скоро, жители этого города скажут, а почему бы и нет. А давайте будет не Олежки, а Журавки называться наш город. С нами на прямую связь, хотел сказать, в студии Алексей Валерьевич Журавка. Валерьевич, приветствую. Приветствую вас. Ну и давай поговорим о том, а какое твое видение ближайших перспектив освобожденных территорий Херсонской области? Вот как тебе это видится, и чего тебе хочется, и чего ты опасаешься? Вот об этом давай поговорим. Люди нас смотрят, слушают. Ну, я никогда ничего не опасаюсь принципиально. Потому что работы не боюсь. Это раз. Денацификацию надо до конца провести. Население Украины разоружить до конца надо. Избавиться от тех элементов, которые сегодня угрожают безопасности Херсона и Херсонской области. Второе. Немедленно надо заняться конструктивно. Это средствами массовой информации. Прекратить этот галдеж, вещание брехливых укр-СМИ. Второе. Ну, рядом с нами живет Крым. Это уже российская территория. Недалеко это ЛДНР. Признанные республики Российской Федерации. Для меня это братья, соседи и дружеские, будем говорить, государства. Новые. Значит, я должен найти общий язык. Во всех отношениях. Это хозяйственный блок, это экономический блок, это непосредственно социальный блок. И самое главное, блок общечеловеческого отношения. Начать работу непосредственно с ними и показывать правду, что же на самом деле в течение 8 лет было в ЛДНР, показывать правду, как изменился Крым при новой власти и как они стали в России жить. То есть все необходимые производства, которые открылись на территории Крыма, надо на сегодняшний день показать людям, чтобы они видели. Самое главное, это показать людям, что здесь не ущемляются права украинскоязычного народа, татарского народа и других народов, которые проживают на территории Крыма. Насколько я знаю и видел, что украинские школы работают, украинская литература читается, писателей, которые пропагандируют украинский мир, свободу, чистоту отношений, совесть и человеческие отношения, это, естественно, остается. Значит, это мне не чуждо. Мы должны занести зерно добра в Херсон. Развеять все эти мифы, которые сегодня пропагандируют временная власть Украины. Алексей Валерьевич, вот эта временная власть Украины ни для кого не секрет, что понаставила своих людей. Ведь в той же Херсонской области обладминистрация, облсовет, городские, районные, сельские советы, они напичкивались именно преданными режиму людьми. Порошенко, Зеленского, Коломойского прежде всего. Вот эти люди сейчас, областной совет собирается, и 60 человек, конечно, 44 депутата голосуют против Херсонской Народной Республики. Я вообще не знаю, какая будет структура власти на Херсонщине, но как вообще с этими людьми, вот мэр там города остался, человек, не знаю, Коломойского он или еще чей-то, вот с этими людьми как взаимодействовать? Ну, давайте так, нельзя повторять ошибки, которые сегодня творит вот эта бездарная власть Украины, фашистская и все остальное. Те люди, которые имеют отношение к хозяйственному блоку и могут управлять и грамотно, при том они должны остаться. Те люди, которые пропагандируют фашизм, нацизм, блокаду, пропагандируют непосредственно геноцид, они должны быть арестованы.
это мое личное мнение, и должен состояться над ними суд в рамках уголовного дела 2014 года, до событий на Майдане и государственного переворота. Следующее. Мы не говорим сегодня о ХНР. Я всем говорю, нельзя людей через колено ломать. 8 лет нагнеталась истерия, 8 лет люди жили под вакуумом. Они должны отойти. Горе на Донбассе. 8 лет трагедия. Донбасс жил в войне. Эти люди в один прекрасный день в Херсоне увидели, что такое снаряды. Поэтому все-таки это мозг человека, все-таки это душа человека. И надо правильно к этому подходить. Нельзя просто так ломать. Согласно того, чего я слушал, что я слушал непосредственно, когда Владимир Владимирович Путин выступал, он ясно дал понять. С народом нам легче договориться. Раз. Второе. Никто насильно не будет ни в какие республики загонять. Хотите, голосуйте за Украину. Но она будет новая. Она уже будет не та, потому что произойдет денацификация. И это видно сразу. После глубокой зачистки и ревизии тех людей, которые сегодня угробили государство и предали его, стали коллаборантами и позвали к себе войну, эти люди будут отвечать однозначно. Я уверен, что на территории Украины сегодня нету казни. Но есть Донецк, есть Луганск. И суды уже давным-давно приняли решение по главным преступникам, как Порошенко, Турчинов, сейчас и Зеленский попадет, и всякое там отребие. Смертная казнь там есть. Вот эти люди, которые на территории подконтрольной Украины коллаборантов, они будут все выверены, все четко переданы их дела в суд этот. И над ними тоже должен состояться суд. Однозначно. Притом по военному требованию. Для того, чтобы навести порядок на Херсонской области, я считаю, нужно немедленно, жестко вводить все технические возможности против тех людей, которые сегодня баламутят воду. Заставляют под угрозой смерти, проблем, боли там, издевательства, что если вы не выйдете, мы вас всех будем резать, бить там, устраивать гражданский переполох и так далее. С этим надо заканчивать. То есть военная администрация должна быть в первую очередь для наведения порядка. Силовиков приводить в чувство. Это СБУ, милиция, прокуратура, суды. Что я имею в чувство? Те, которые могут работать и понимать, что жизнь продолжается, нужно сегодня не заставить, а показать, как надо работать. Давай приведем пример Донецка. Обстрелы сумасшедшие. В течение получаса немедленно выезжают службы и работают даже под обстрелами. А здесь уже город после, будем говорить, военных действий, где попал снаряд, где еще что-то. Коммунальники вообще практически не выезжают. Кое-где. Значит, надо сегодня показать, что первое, у вас никто Украину не отбирает. Второе, ваши земли никто не отбирает. Ваши бизнеса, которые есть, нормальных людей, тоже не отбирают. Но те бизнеса, которые сегодня пропагандировали нацизм, финансировали войну на территории Украины, они должны понести ответственность. Должен наступить справедливый момент. Алексей Валерьевич, другой момент, такой вот морально-этический. Люди, вот они оказались не готовы к тому, что пришла армия, к ним пришел Донбасс, то есть война на территорию. Кто-то бежит к родственникам в Россию, в Крым многие херсонцы бегут, кто-то бежит в Европу. И вот здесь людям необходимо понимание, что в Европе-то их никто на самом деле не ждет. Вот они почему-то верят, что в Европе у них там медом намазано, что Европа о них думает, заботится и искренне любит и в попке розовые целует. Как объяснить этим людям, что там, в Европе, им будет даже труднее, чем восстанавливать разрушенное 8 годами беспредела и вот этой спецоперацией хозяйство в Херсонщине? Понимаешь, не надо навязывать чужое мнение. Есть пословица: хорошо живется там, где нас нет. Вот хорошо живется.
Вот пусть ощутят, насколько они там нужны будут. Угу. Я считаю, неправильно люди поступают, когда покидают столь тяжелое время свою страну. Независимо от политических, там, будем говорить, интересов своих. Да? Есть твой дом, есть твоя семья, есть на сегодняшний день твое государство, и есть на сегодняшний день это Херсон. Надо просто-напросто помочь людям разобраться, где белое, где черное. После такого террора, который происходил в течение 8 лет, а это террор умственный, считай, что ядерная война в мозгу человека, да, очень тяжело человеку разобраться. Сегодня надо ему помочь разобраться, что Крым – это друг, что человек, живущий в Крыму, который прожил в 2014 году страшную трагедию, геноцида, блокады и так далее, сегодня дает руку помощи. Вот это надо объяснить. И показать правду, что Крым сегодня принимает беженцев и обеспечивает всех их необходимым. Средствами, там, медициной, продуктами питания, лечением и так далее. Начать в этом плане работать. Я хочу сказать, если сегодня полублокированный Херсон информационно, сегодня надо печатать листовки, завозить. Листовки. Сегодня надо свою газету запускать, обычную газету. И немедленно, даже не пожалеть деньги на это, немедленно привести в чувство. Сегодня надо постараться организовать почту. В первую очередь, обычную простую почту. Полевую, как это раньше было. И наладить контакты горячей линии Херсон-Крым. Чтоб люди знали, где их родственники, чем они занимаются, что происходит. Понимаешь? Это надо быстренько сейчас все делать. Если мы этого не сделаем, мы упремся в другую ситуацию, которая разделит на до и после и приведет к, будем говорить, определенным бунтам, а потом к партизанским действиям, в кавычки. Этого нельзя допускать. Плюс к этому, есть проблемы сегодня в Херсоне, это гуманитарного фактора. Сегодня надо решать немедленно вопрос о завозе медицинских препаратов, необходимых, будем говорить, медицинских приборов для больниц, поликлиник, потому что очень много Ульяна Супрун, доктор смерть, разрушила, да? Надо говорить сегодня о хлебе, о макаронах. Надо сегодня о посевных материалах брать. Некоторые предприятия, которые сегодня, как судостроительный завод, как комбайновый там завод частично остался, нужно их немедленно запускать, национализировать немедленно, привести в чувство, а потом думать, какой бизнес зайдет для того, чтобы пошел инвестиционный поток. То есть в первую очередь надо подумать о запуске стратегических позиций производственных, которые пополняют бюджет Херсонской области. Но тут есть еще одна проблема. Это блокирование финансового круга оборота киевской власти. То есть гривна уже на сегодняшний день, она как бы искусственно выпадает. Она мало того обесценилась от их действий, ее плюс блокируют. В этом есть проблема. Поэтому тут нужно продумать смешанный характер валютных операций. Гривна, допустим, доллар, рубль. Это необходимо делать. То есть прописывать так позицию, чтобы рынок заработал непосредственно хотя бы между Крымом и Херсоном. Потому что в сторону Донецка пока мест тяжеловато. Но уже мы должны об этом думать. Да? Потом... Весенние полевые работы идут. Что Херсон за собой несет в этом участке? Это зерновые культуры, это будем плодовые культуры, это будем говорить так, редиска сейчас, укроп, так, чеснок и прочее, прочее. Тепличные культуры, которые выращивают. Нужен уже обмен с Крымом. Необходимо наладить и сделать своего рода хаб. На определенных условиях, без границы. Да, он должен контролироваться непосредственно Российской Федерацией, чтобы ничего не подсунули и все остальное. Всякие технические вопросы должны быть там решены. Но мы должны это все уже увязать. И у нас времени очень мало.
Поэтому все зависит от Сергея Валерьевича, все зависит от руководства Российской Федерации, и многое зависит непосредственно, кто будет управлять Херсонской областью. Да? Потом возьмем тот фактор, который сегодня обозначается впереди всего. Это не допустить гуманитарной катастрофы и голодных бунтов. Вот это чего я больше всего боюсь. Ну, как человек нормальный, потому что даже если он упоротый, загипнотизировался, ну, он работяга, да? Но его надо спасать душу. Ему работу надо дать? Работу — это само собой спасать душу. Его надо покормить. У него должна быть семья не голодная. Когда он почувствует, что к тебе относится с любовью, а не как те чайники налетели, сковородкой или чем-то по голове двинули и заправляют эти видеосюжеты дебильные, которые по большому счету они не приносят пользы для Херсонской области. И надо с этим справиться и надо это делать. Я почему-то уверен, что у нас получится. Есть другой фактор, который по Херсонской области может ударить как никогда. Это связано непосредственно с человеческими ресурсами. С учителями у нас проблема. С медиками у нас проблема. С инженерами у нас тоже проблема. В университетах тоже проблема. Это все надо будет перезапускать по новой. Не надо выкашивать всех под одну гребенку. Но без помощи Российской Федерации мы не сможем справиться. Потому что многие люди с Херсонской области уехали не по назначению. Врач-фельдшер нормальный, порядочный, знает, что такое клятва Гиппократа. Он уехал в Польшу мыть попы. Или во Францию, или еще дедушкам-бабушкам. Это тоже надо, я не против этого. Но заменить его невозможно, этого человека нет, значит, надо дать зарплату, значит, надо откуда-то этого специалиста пригласить. Это с той же самой, с Крыма командировать, платить ему зарплату, обеспечивать, будем говорить, лечебно-профилактическую, я бы назвал бы так, ситуацию в Херсоне. Это надо делать, да? И так по многим сферам, по многим. У нас есть проблемы после этих военных действий, где разрушены ТП, где оборваны провода. Во-вторых, мы не знаем, как Украина себя поведет. Сегодня надо восстановить полностью электросеть между Крымом и Херсоном, как резервная часть. Да, Каховка работает, но мы должны понимать, что у нас резервная часть должна быть. Генический район. Есть проблема, это связано с газификацией. Значит, нам надо воспять трубу повернуть, чтобы нас Украина, пока мисс она там дуреет в лице Зеленского и прочих этих негодяев, надо воспять повернуть эту трубу и немедленно хотя бы хоть какой-то резерв на этот южный курс дать. Газ. И так далее. Потом, надо обеспечить резервным топливом. На случай чего? Это дизель, бензин, много заправок сгорело, сейчас не хватает. Надо наладить эту инфраструктуру. Потом структуру надо наладить срочно, непосредственно связано с автотранспортным хозяйством, которое будет обеспечивать мирную жизнь населения. И это все надо делать. И дальше поехало. Это у нас получается так. Раденск, Херсон, Тюрюпинск, Крым. Надо наладить железнодорожное обеспечение. Ну, уже наши оппоненты говорят, диверсанты, украинцы, взрываем к чертовой матери. Со стороны Крыма, вот в сторону Армянска-Красноперекопска, железнодорожная ветка есть. Я это прекрасно понимаю, но что там мы не говорили, мы живем в такое тяжелое время. А это надо обеспечивать. А это охрана и прочее. Значит, что, мы с этим должны жестко бороться, пресекать. Немедленно и вплоть до расстрела, кто посягнул непосредственно на мирную инфраструктуру всех позиций, это и железные, и транспортные, и дорожные службы, они должны быть ликвидированы именем справедливого суда. И мы не должны об этом говорить даже в эфире. Поймали — суд, преселюдно расстрелять. И все. Никакой здесь демократии.
Алексей Валерьевич, ну вот мы смотрим на, многие на это смотрят, как впервые в жизни такое вообще услышали, увидели. Но ведь старики рассказывали, сейчас фильмы художественные много, показывают, как буйствовали все эти черные кошки, все эти банды криминала, которые получили огромное количество оружия. В Москве их вычищали несколько лет после войны. Что говорить про Украину советскую, где оружия было страшно много, и где эти же банды вольных стрелков, бывшие ОУНовцы, бывшие заключенные, терроризировали народ. И тем не менее, СМЕРШ, НКВД, армия вычищали, делали, и со временем все получилось. Слушай, ну давай будем говорить. Тот, кто не читает книг, не помнит своей истории, и, будем говорить, пытается забыть эту историю, тот, по большому счету, теряет будущее. И наступает на самые страшные ошибки, которые потом придется преодолевать. Это факт. Поэтому в данный момент мы вспомним, что такое СМЕШ, может по-другому называться, и НКВД, может быть по-другому, но смысл тот же самый. Ведь в истории все повторяется, только единственное, что у нас сегодня бумаги нет, есть компьютер и есть планшет. Да? И по проводам информация ходит, как я называю. Все. Но людям никто не разжевывает, что это такое и для чего оно нужно. Они думают, да нас это не касается. Вот как в Херсон раньше я звонил, да. Ой, как надоела эта власть, что ж они делают, больницы закрывают, это закрывают. Путин приди, Путин помоги, все, мы уже так не можем. А как только бабахнуло, так сразу русский агрессор. Так подожди, русские пошли не по мирному населению. У меня тоже есть люди, у которых сейчас проблемы. Но это не без этого. Но тем не менее, я-то терплю. В 2014 году я все потерял. Да? И ничего страшного. Кстати, а сейчас Алексей надо Валерьевич, приводить из, все из того, что потерял, все разрушено или что-то отжато патриотическими патриотами? Та большая часть отжата, что-то сохранил. Ну, буду восстанавливать. Я имею в виду вот это отжатое нацистами, оно эксплуатируется? Нет. А что там сейчас? Ну, руины, да и все. Ну, если взять хлебозавод, то фактически силоса все вывезли, печи все вывезли. Генераторные машины все вывезли, парогенераторы все повывозили, туннельные печи все повывозили F-40-50. Поэтому в данный момент ну, буду восстанавливать, потому что вот сейчас прошла война, а хлебозавод Сюрюпинску как никогда нужен был. И если в запасе что-то было, я ж не думаю, что русские без головы стреляли бы в силоса. Они не стреляли ни один социальный объект. Да, пострадали, потому что есть социальные объекты там, где вот эти провокаторы, Бендерьё, Шакальё установило свои точки. Но точку ж надо как-то загасить. Вот и все. Я это понимаю. Но если был хотя бы этот завод, то одна бы хотя бы какая-то печь все равно проработала. И уже сегодня не было бы такой катастрофы. Людям можно было бесплатно раздавать хлеб, а потом бы разобрались, когда бы наладили инфраструктуру и как-то компенсировали, как сегодня в тяжелое время кабинет министров Российской Федерации выделяет помощь тем предприятиям, которые пострадали от этих санкций. Алексей Валерьевич, я вот в других эфирах вспоминаю, вот и с профессором Истафьевым об этом говорили и до эфира долго. Вот если я пришел к Журавко, выгнал его, и отобрал у него. Я как рачительный хозяин, который даже бандит, вот Коломойский моя фамилия. Я что сделаю? Я забрал, я мог поменять админ состав руководства предприятия, менеджмент, но рабочих я сохранил, и они мне приносят прибыль. А вот эти в Тюрюпинске, в Херсоне, почему они все порушили, на металлолом спилили, давай, поломали? Давай будем так. Я даже объясни мне, почему они так делают? Понимаешь, я вот так тебе расскажу. Фактор памяти, он существует. Угу. И если бы они сегодня это производство остановили, но поменяли менеджмент, и оно кое-как работало, то фактор присутствия Журавка, он будет присутствовать. Угу. Поэтому лучше его остановить. Или как, допустим, приведем пример. 2014 год, я покидаю Тюрюпинск. Парк скорой помощи, памятники, таблички там, где Алексей Журавка помог, да? Что надо делать? Стереть это. По одному понятию они правильно делали. Им надо стирать, затирать.
чтобы этого не было в памяти, что что-то, кто-то мог восстанавливать. А они что строят совсем другое. Они антипроект «Россия» строят. Россия – это враг. А на чем же поставить можно, если, допустим, та же самая швейная фабрика или фабрика полуфабрикаты поставляла в Крым, в Россию поставляла, да, отшивали мы там на железную дорогу, или как? Это ж подсознание не дается. Значит, это надо ликвидировать. Вот и все. Поэтому, смотря в какую сторону смотреть. Так а с чего они тогда кормились, если они у тебя все отобрали и поломали? Ну, пойми правильно, есть машина, черный рынок. Угу. Есть на сегодняшний день машина, которая называется «купи-продай». Вот с разницей это и называлось подкормка. А производственная машина, сельская машина, назовем так, и рынок, там где человек конкретно вырастил, продал и обслуживает себя и свою семью, кормит и так далее, его подтирали. Почему и программа такая существовала, у вас 40 миллионов, будет 15 миллионов. Нам на полях 300-400 человек, грубо говоря, не надо, чтобы работали. У нас 5 комбайнов обработают и все. 5 тракторов, 15 человек. Все. Все остальные, сколько там, 1000 человек работали на улицу. Им не надо. А когда этот рынок вытесняется, производство, у вас освобождаются, будем говорить, люди освобождаются, рабочая сила освобождается. Она куда идет? В Европу. Значит, я регулирую свой рынок в Европе, и это дешевая рабочая сила, она начинает приносить большие колоссальные деньги для Европы. Алексей Валерьевич, тонкий вопрос, чувствительный для очень и очень многих, в том числе херсонцев. Дело в том, что из Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской областей люди, у которых не было чем кормить семью, и они в Европу не могли поехать. Этих людей призывали на мобилизационные пункты, они подписывали контракты и шли в Донбасс, в АТО, потом в ООС контрактниками. Кто-то убивал, кто-то просто там сидел, кормил вшей. Но эти люди получали гривны, которые отсылали своей родне. Вот этих людей по всей Украине более 500 000. В Херсонщине тоже 1070-80 таких мужичков есть. Ну, может, меньше. Но, а что делать этим мужикам, которые сейчас... Не на войне. Они уже давно не на войне. Они и ходили по маршруткам, хвастались. Я ветеран АТО. Давай будем так. Многое, большая часть таких АТОшников, и кто служил, как я называю, и сейчас в ООС, и так далее. Я знаю, что они уже сжигают свои удостоверения, пытаются найти документы, чтобы не доказать, что они все-таки там были. Понимаешь, есть такое понятие, как фильтрация. Этот метод надо применять. В Советском Союзе этот метод применяли в Великую Отечественную войну, допустим, там, как в Одессе, в Николаеве, в Херсоне. Ну, мы же помним, полицаи, которые были в Херсоне, были в Николаеве, в Одессе. Да? И потихоньку начинается работа не зачистка, как в прямом смысле убийство. Кто пойдет сидеть? А если он пойдет сидеть, значит, он своим трудом, не убийством, не бомбежкой, а своим трудом должен в Донбассе восстанавливать. Дать технику, кормить и восстанавливать. Сколько суд проведет? Кто действительно не был замечен, а он лишь бы свою как-то семью вот сохранить. Ну это, извини, это жизнь. Он же не оставит трое-двое детей в голоде и в холоде. Но он где-то был там в третьей очереди, да, там сзади где-то сидел. Но это будет доказуемо. Ну что ж, пройдет реабилитацию, получит либо образование, либо, допустим, главным инженером будет. Без права, там, допустим, занимать высокую должность в протяжении какого-то года. Года, двух, трех. И пойдет себе работать. Но для него надо создать рабочее место. И когда он пойдет, поймет, что он получает заработную плату нормальную, что у него... Сегодня есть рабочее место, у него дети голодные не будет. Он сам будет агитировать. Ребята, это наша ошибка. Не в деньгах счастья, не в их количестве. А счастье в том, что мы живем, детей ростим. И ездим к семьям с Херсона в Крым, к своим. И Черное море видим. Нам эта граница не нужна. Вот я мечтаю о самом основном, чтобы
Мы восстановили все мосты Херсона, Крыма, в переносном смысле, все мосты. Мост – это то, что нас объединяет, как в жизненном плане, как по совести, как в родственных отношениях и во всех жизненных отношениях человеческого фактора и душевного состояния. Вот это мы должны сделать. Я мечтаю, чтобы у меня с Крыма ходила ласточка. А если мы в состоянии будем свой сделать паровоз, назову так, скорый, херсонский будет называться. Почему бы сюда идет Херсон, а отсюда идет Крым, ласточка. Ну, допустим, я об этом мечтаю. Чтобы в течение там 3-4 часов курсировал и без границы. Я об этом мечтаю. Да, вот электричка Херсон-Херсонес, да? Вот представь да. себе, между Херсоном, Херсонесом таким и Херсонесом Таврическим. Конечно. Ходит скоро конечно, электричка. Давай. Алексей Валерьевич, вот тут интересный момент. Песня такая есть, замечательная, хорошая. Одессит, кстати, ее написал и пел. Там есть слова «Вермахт разрушил, вермахт строит». Помнишь? Ну да. Да, про старый аккордеон, который ты не пленный, ты трофейный. Так вот, когда вермахт разрушил, у нас в Симферополе здесь, улица Войкова такая есть, сейчас по-другому называется, там дома построены немецкими пленными. Очень хорошо, красиво построены. Под контролем наших военных. Качественно. Качественно построены. До сих пор им уже много лет, и дома не сыпятся. Так вот, вот этот вермахт, который разрушал, может быть, действительно люди идут... Понимаешь, вот давай будем так строительные говорить. Вот эти когда вот. Мы прекратим смотреть на Запад и на вот эти вот общечеловеческие, якобы их, как они называются там, ООНы, ШМОНы, и когда мы начнем строить у себя свой дом и не обращать внимания, мы наводим порядок, да, как они говорят, общечеловеческие ценности, там, защита прав человека, я уже на себе это ощутил, да, как уполномоченный по правам инвалидов, беззаконно уволили, изъяли мои документы, почему-то вся Европа промолчала, вот без руки, без ноги, что ж вы с ним делаете? Я на их вот эти ценности ложил кое-что. Я в первую очередь закрыл бы границу эту гребаную между Европой и повыгонял все это быдло. Я больше никак не назову, американское быдло. И начал бы возрождать могучую страну, новую Украину. Но брат, сосед, нейтральный, и страна должна быть, жиздиться на исторических фактах нашего тысячелетнего отношения с славянским миром. Многонациональная страна, Россия, Белоруссия, Украина. А дальше, если народ скажет, нам лучше идти строить новую республику, нет проблем, я поддержу этот народ. Лишь бы там мир процветал. И мы в едином смысле государственности, большого государства, могли защищать от коварного врага. Я отдаю себе отчеты, я говорю, для меня масоны, англосаксы, и Америка – это враги. Они предали в 2014 году. Вы что думаете, что Германия – это не соучастник сегодняшней трагедии Украины? Она прямой соучастник, ее надо денацифицировать и разоружить. У них практически нет этого оружия, но надо разрешить. Франция в 2014 году и сегодня этот, как я его называю, «голубая устрица». Франсуа Олланд или кто там он, бог его знает. Эмочка Макрон. Эмочка Макрон, да? Но это ж такая же самая поразительно. Они ж подстрекают свои страны на повторение строительства Рейха, как это в 1938 году. Что надо сделать? Прийти туда. Вот они сейчас довыеживаются. Ежиками там покрутятся. И придется зайти до самой Польши, а потом, может быть, до Германии. Надо внимательно слушать Владимира Владимировича Путина. Надо внимательно понимать, что нельзя в берлогу, когда медведь спит, туда совать палку. Ну вы сами ее дали этому бубуину Зеленскому.
он начал это все расщухивать, вот и получил. Слушайте внимательно. Вот и все. И это правильно. Да до конца до концов. Мы-то народ сам славянский разберемся. Я уверен, это все стухнет вот это сейчас. Вот это дебилы, что ходят там, кричат, наша Украина, Вильна Украина. Оно стухнет. Холодильник заставит, работа заставит, поле заставит. Тот же самый унитаз заставит. Это грубо я говорю. Все то, что человек, как говорится, на чем живет, оно его заставит прийти к прошлому. Вернуться, вспомнить. Так вот, я тебе хочу сказать. Для меня Германия это враг номер один. Для меня Англия враг номер один. Америка враг номер один. Там, где они проходят со своей демократией, там разрушенные города. Города мертвых восстают, города живых умирают. Вот это самое страшное. Вот и у Украины, они же Бандеру себе позвали, вот они поставили крест над самой Украиной. Ну что ж, тут напрашивалась шутка про каждый кузнец своего счастья, поэтому, херсонец, иди и накуй сколько хочешь, столько тебе счастья и будет. Не буду я так шутить, потому что действительно сегодня у жителей Северного Причерноморья начинаются очень серьезные испытания. Им надо восстанавливать порушенное, уничтоженное не только в экономике, но и в головах. Ну а здесь мы с Алексеем Валерьевичем будем помогать нашему братскому народу, нашим соседям восстанавливать все уничтоженное. Ну и Бог даст, все у них скоро будет хорошо. Во всяком случае, пример Крыма, в котором все это прошло тихо и безболезненно, мирно, должен быть для херсонцев знаковым и ключевым. Спасибо вам огромное за внимание. Слушайте Алексея Журавко, подписывайтесь на его телеграм-канал, на его YouTube-канал. У него всегда новые интересные сведения и о Херсонщине, и о событиях во всем мире. До скорой встречи. Пока. До свидания.